3 апреля я участвовала в одиночном пикете у здания Государственной Думы. Держала в руках фигуру картонную депутата Слуцкого. Простояв не более 10 минут, я была задержана правоохранительными органами без объяснения причин и доставлена в УВД, где меня продержали более 3 часов и вменили, как сказать, обвинение по статье 20.2, статья 5. Как говорят, то, что я участвовала в массовом пикете. Я полностью отрицаю свою вину, считаю, что меня задержали абсолютно незаконно, потому что пикет был одиночный. И, в общем, мне вручили повестку в суд. 12 числа состоится суд. Вот такие дела. Так у нас работают правоохранительные органы. Задерживают людей абсолютно незаконно. А, значит, нас задержали, незаконно задержала полиция возле Государственной Думы на Охотном ряду, дом 1, за несогласованный якобы митинг, но Алена с Слуцким стояла возле входа в Государственную Думу, а я стояла в недосягаемой поле зрения Алены, и поэтому нам засчитали несогласованный митинг, хотя у меня был одиночный пикет, а у Алены был просто Слуцкий. Нам ничего не объяснили, нам не предъявили никаких, вообще ничего абсолютно, не представились полицейские, просто взяли под локотки и запихали в автозак. Здесь уже впаяли нам 5-ю часть, то, что мы незаконно и несогласованный митинг организовали. Да, Алену как с организаторку, да. Меня как соучастницу. Хотя, повторюсь, я была с одиночным пикетом. Этот странный вот угу. Да, ну что я могу сказать? В УВД нам сослались, что это была несогласованная акция, поскольку есть эти мероприятия, которые как раз мы согласуем. О чем, собственно, сказано в этом в тексте мероприятия. И там выложены все наши заявки, и сказано, что сегодня это одиночные пикеты, и что каждый может выходить, если хочет, никто никого никуда не призывает. Собственно говоря, все незаконно. Мы в ОВД были более 3 часов, ну и, собственно, вот у нас из 2 слуцких остался один, а второй ездит в автозаке 2-го, я так понимаю, оперативного полка. Не знаю, что уж они там с ним сделают, мне, конечно, нравится Слуцкий в автозаке, желаю ему там ездить. Что они с ним сделают? Да.